зовут Никита. Пришел для того, чтобы попробовать в новом для себя спорте, достаточно близком к тому родственному, чем я занимался уже несколько лет занимаюсь. Мне было просто интересно попробовать новое движение, новые возможности, посмотреть, как вы есть в этом. И, честно говоря, уже наскучило с Новым годом делать одно и то же. Проходя, делать стандартную базу, стандартный парком, после этого и все. И так день за днем, неделю, месяцем. Уже просто психологически надоело одно и то же. Сейчас я работаю. Как ощущения после тренировки? Ощущения, отличные. Мне понравилось больше простора гибкости в выполнении упражнений. Здесь действительно решает техника, в отличие от привычного мне бодибилдинга. Когда еще придешь? В субботу либо в четверг. Ты к тем, кто посмотрит, ты рекомендуешь прийти в тяжелую атлетику или все-таки под вопросом? Я думаю, каждый сам для себя решает. Надо ему или не надо. Потому что, вообще в жизни много интересных вещей. Не только спорт, но и вообще. Поэтому, все-таки это. Если вы занимаетесь спортом, то советую.